Всем привет! Меня зовут Михаил, с вами снова компания WimZap. И сегодня у нас в продолжении видео о коробке от Hyundai Starry A8 LF2. Да, 2 она у нас. Да, LF2. Будем ее собирать, так как у нас отличные новости. Как вы помните, в прошлую серию мы закончили на том, что гидротрансформатор мы отправили в ремонт. И ура, его починили. Вот он красавец, в газету у нас завернут. Долго это происходило, довольно-таки сложный был ремонт, ребята сказали. Но сказали, должен работать. Все починили, перебрали, разрезали, сварили, отбалансировали, сказали, больше не будет разваливаться. Вот так он выглядит. А это говорит о том, что можно смело начинать приступать к сборке нашей коробки. У меня к этому уже абсолютно все готово. Вот коробка, сам корпус ее, ступица уже наживлена. Сейчас мне осталось только прикрутить и будем упаковывать пакетами. Пакеты у меня все намытые, настоянные в масле. В общем, готовые тоже к установке. Все чистенькое. Вот у меня прям на бумажечках лежит разложенное. Здесь у меня крышка картера. Верхняя, вот нижняя. Все тормоза перебраны. В общем, просто собрать осталось. Все. После этого, как мы соберем, мы ее загерметизируем. Заполним ее маслом. Масло также у нас здесь тоже имеется в полном объеме. Масляный насос новый, фильтр, сальники приводов 2 штучки и прокладочка передней крышки. Вот. С запчастями проблем нет, осталось только собрать. В принципе, что сейчас мы и сделаем. Поехали. В первую очередь нам нужно собрать вот эту вот огромную корзину. Она, видите, тут у меня раскидана по всему столу. Собирать ее, конечно, лучше сразу. Потому что, если это делать не сразу, будет очень-очень весело это делать потом. Так, начинаем с этой штуки. Да, точно. В первую очередь вставляем вот так. Солнце в планету. Зацепляем. И вот сюда. О, готово. Провернули, проверили. Планета там выпала, но далеко не улетит. Будет на месте стоять. Вставляем внутреннее. Шестереночка сразу с солнцем, видите, она идет у меня. Главное вставить до конца. Дальше вставляем планетки. Тут подшипничек. Вот там еще один, видите, выпал. Ну, в принципе, он у меня держится. Я его не буду трогать. Сразу сюда мы его ставили. Все, провернули. Дальше подшипничек. И дальше. О, смотри, как четко. Ха! Все, на месте. Теперь всю эту конструкцию надо всунуть туда. Опа, может быть, где же их взять? Оп, 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 оп. Оп, все. Смотри, вроде село, да? Ребята, если хотите полную сборку, посмотрите видос. Разборку, сборку в деталях. У нас есть видос A8 LF Kia Carnival, где точно такая же, как на Hyundai Starry, коробочка. С одной точно такой же проблемой, которая вот у нас произошла, там было то же самое. Все, дальше нам нужно взять крышку и примерить ее. А крышка у нас непростая, крышка у нас особенная. У нас здесь, видите, вот эта часть, она не двигается. Не забывайте, кстати, проверять вот эти вот колечки тефлоновые, все помыть. Видите, у меня все помазано, помыто, все готово к установке. И вот тут, видите, у нас прорезь какая. Вот, это значит, нужно попасть вот в это солнышко. Господи, как это сделать? Кто бы сказал? А, что, и тогда переворачиваешь, что-то там это? Да, вот смотри, видишь? Видишь солнышко? Вон оно. Да, оно шевелится там внутри, крутится. Ну, его нужно застопорить. И оно застопоривается вот этим вот фиксатором. Его нужно прям попасть. Да, сложная задача. Но мы, я думаю, сделаем. Кстати, тут у меня колечко, но оно уже приклеенное. То есть не забывайте про это колечко. Это дистанционное кольцо. Так. Попал. Нет, сначала надо проверить. Смотрите, она у меня села целиком и полностью. Дальше я что делаю? Беру и кручу. Все крутится свободно. Значит, у меня все пакеты, все фрикционы, все попали куда надо. Вы видели, я это собрал прям буквально за 3 секунды. Все, дальше можно снять, обезжирить и загерметизировать. Не забываем про вот эти вот втулочки. Видите, я это сделал сразу же. Так, так, так. Почему так, ты это сделал сразу? Ну, чтобы потом не забыть. Чтобы я почувствовал, как все прижимается еще вдобавок ко всему. Да, да, да. Конечно.
Ну и все, надо опять второй раз попасть. В принципе. Проверяем обязательно, все ли на месте. Смотрим, все ли у нас тут чисто, неделя ничего лишнего. Каждую крупиночку убрали, даже пальчиком можно провести. Чтоб не пылинки. И собираем. Ай, капнул. Смотри, вот видишь, капнул. Надо проверить все прямо перед сборкой. И готово. Смотри, шлепнулось прям, видишь, прям туда. Все, проверяем еще раз. Все. Получается, мы низ собрали. Дальше будем ставить наш гидроблок. Гидроблок мы уже весь вымыли. Вот он красивый лежит у меня, накрытый крышечкой. Это у нас шлейф. Подключение соленоидов гидроблока нашей коробочки. Очень хрупкая вещь, осторожней с ней. Не забывайте мазать резиночки перед установкой. Здесь у нас датчик прикручивается. Помните, какой грязный был? Смотрите, какой чистенький, как будто новый. По-другому ее, в принципе, поставить, мне кажется, даже невозможно. Не, ну, может, постарается кто-то, умудрится, но в целом, видите, у нее все здесь несимметрично. В своих местах. И вставляется она только в одном положении. Сначала вставляем пакеты. Вот так вот, то есть их много. Угу. Тут еще надо знать направление. Да, тут еще нужно под специальным углом. Ну, если бы, конечно, ну, тогда у нас бы она болталась, мне так больше не нравится. Короче, вот такая вот схема. Когда болтается, тебе не нравится. Да, мне не нравится, когда болтается. А их много, да, мы тебя-то видим. Ну, что поделать. Это как, знаете, постоянно подбираешь пароли. Почти медвежатник. Ну, в общем, это все, знаешь, как набьешь рукой, потом будешь попадать, ну, в любой, да, вообще без проблем. Сразу не подгоняешь штуки? А потом отверточкой поправлю. Бесполезно, они все равно шевелятся то в одну, то в другую сторону. Лишняя трата времени. Потом поправляешь, как тебе надо, и вставляешь. Не становится. Не угадал кот. Отлично. Целых 3 минуты запихивал. Да, конечно, ничего себе. Ты прям каждый кадр снял? Нет. Представляю сейчас еще, сколько мы будем попадать. Дальше надо попасть. В принципе, я думаю, это будет не сильно сложно. Я надеялся, да? Все, видно, что все пакеты двигаются. Быстро получилось. Сколько секунд? Секунд 15. Отлично. Далее уже подготовленный первичный вал вместе с последним пакетом. Вставляем это все дело туда. Ой, где аж до самого конца. О, опа. Четко. Последний, слышался? Да, защелкнулся. Да, самый важный защелкнулся. Вы все слышали. Блин. Неужели это так? Да, это так. Это сюда, а это на крышку. Масляный фильтр. Все. Я пока что только примеряю, но в принципе можно уже и прикручивать. У меня все на месте, видите? Все защелкнулось как надо. Даже вал прокручивается. Это хороший показатель. Это говорит о том, что коробка собрана как надо. Все, да, пакеты. Вот тут крутится. Все пакеты, видите, свободные. Здесь все прокручивается. Там то же самое. Я тебя спасибо всем.
Далее вставляем также наш корпус дифференциала в сборе. Здесь он, смотрите, как новый, да? Проблема шлицевых соединений пока что не постигла данную коробку. Скажем так, практики у нас еще не было ни разу, чтобы мы чинили полный привод на данном АКПП. О, смотрите, даже чуть-чуть крутится. Ну, это будет делаться, происходить тяжело, поэтому можете даже не пытаться. Главное, чтобы вал крутился. Насосик новый, смотрите, он весь укомплектованный. Просто сказка, а не насос. Колечки, сальнички. Новый фильтрик я поставил. Здесь все вымыто, вычищено. Все, все втулочки проверены, все на месте. Сейчас теперь мы обезжириваем все это дело. И ставим крышечку, после чего набиваем сальники, заливаем масло. И вперед в теплый стан. Перед установкой промоем систему охлаждения КПП. Это нужно сделать обязательно. Можно мыть не фрасом, можно очистителем. Главное, чтобы там не осталось ничего лишнего. Коробка сейчас с ремонта, так как в коробке был поврежден насос масляный, было повреждение гидротрансформатора, соответственно, стружка была в системе. И вот сейчас, чтобы избежать, эту стружечку нужно оттуда всю тщательно промыть. Вот у нас уже, в принципе, идет чистенький очиститель. Ну вот, все чистенькое пошло. Сначала на стол бублик поставим. Там бублик придержите только кто-нибудь. Да, держи. Хуёл, криво. Ровно. Без, конечно, тут хоть танцуем. Коробочку повесили, все норм. Удобненько, почему? Когда подрамника нету. Тут хоть танцуй. Сейчас мы бублик прикрутим. Поставим сразу, прикрутим угловой редуктор, кардан. Ну, привод даже можно вот этот правый. И потом уже закинем подрамник на место. Прикрутим подвеску, все соберем. Ну, по сути-то тут вообще дел немного. Да, вот, если... да не, ну... Имея подъемник, имея инструмент. Ну, без подъемника, конечно, сложновато будет, но все равно. Можно. Да. Соответственно, желательно все болтики помазать. Что будущее, да? Ну, мало ли, да. Такие болтики, конечно, надо помазать. Ну да, просто если он когда-нибудь в подрамнике там сломается,
или в лонжероне высверливать тяжеловато. Вот так. И, соответственно, когда снимается подрамник с автомобиля, с любого, вот, после этого желательно проверять сход-развал. Здесь он хоть и на направляющих, то есть, ну, хода нет, но желательно проверить, потому что углы могут сбиться, да. Сделать его не обязательно, но проверить нужно. Дверь открыта. Тормоз нажал так? Ну и все работает отлично, да? Можно поздравить всех причастных к данному действию. Да? Ну все, уровень в коробке выставили. Пыльничек повесили. Теперь на тест-драйв. Надо ехать кататься. Адаптации все сделали. Коробку садаптировали. Сейчас отпускаем на землю и поедем кататься. По старой работы закончены. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока.